Самопроголошений президент Білорусі впродовж дня вів перемовини з очільником ПВК «Вагнер». Принаймні, про це заявляють у прес-службі Лукашенка. Мовляв, після цього Пригожин погодився зупинити рух територією Росії, а його найманцям пообіцяли гарантії безпеки. Прес-секретар Путіна заявив, що кримінальну справу щодо Пригожина закриють і він поїде до Білорусі. Щоправда, чим там буде займатися, не уточнює. Андрій Курейчик, білоруський опозиціонер, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Давайте спробуємо розібратися, бо дуже багато невідомих, але відразу кілька разів фігурує Білорусь. Чому Лукашенко брав участь у цих перемовинах і чому Пригожин нібито до нього дослухався? На вашу думку. Ну, вы понимаете, в России в момент этого мятежа, этой гражданской войны, сложилась ситуация двое власти. То есть фактически два человека претендовали на управление всей страной, Путин и Пригожин. Путин пытался подослать к Пригожину переговорщиков более низкого уровня, замминистра обороны Евкурова, каких-то других людей, но все они были отфутболены, потому что Пригожин считал себя равным Путину, соответственно, переговариваться с ним должен быть кто-то уровня президента. И выбрали безотказный вариант президента, якобы президента, да, Беларуси Лукашенко, который, ну, фактически, давайте будем честно, вел эти переговоры не от себя лично, а от путинской элиты, которая сбежала из Москвы при первых признаках опасности. Ну, и пыталась каким-то образом задобрить Пригожина, чтобы он до этой Москвы не дошел. Видимо, удалось. А чи пов'язано це з тим, що Путін сьогодні дзвонив ще президентам Казахстану, Узбекистану і Туреччини? Чи шукав він оцих перемовників у їхньому лиці, на вашу думку? Думаю, да. Думаю, Пригожин сказав, що я не буду розговарювати з мілкими сошками, вроде там каких-то міністрів, прем'єр-міністрів. Мені подавайте міжнародний уровень. І от искали. Ну, понятно, що Казахстан сразу відказався, сказав, що це внутрішнє діло Росії. Для Эрдогана это просто смешная ситуация. Путин не контролирует свою собственную страну. Вот. Ну, а Лукашенко, который сам на соплях держится, да, и имеет большие долги перед Путиным еще за 2020 год, вот пошел на эту довольно грязную миссию. Ну, для самого Лукашенка, чи це щось означає те, що його роль, вона нібито такою була вирішальною? Російські пропагандисти вже зараз говорять про те, що ледь не статус Героя Росії треба зараз надати Олександру Лукашенка за те, що він зробив, за те, що він повстримав проливання братської крові і все от в такому контексті. Що це для нього змінює? Ну, еще раз, смотрите, в России Пригожина изначально объявили там мятежником, террористом, завели уголовное дело, сказали, что он предатель, нож в спину и должен быть нейтрализован. После этого понятно, что если Путин лично начнет переговоры с человеком, которого он только что в обращении назвал там предателем, которого надо нейтрализовать, это было бы конец его вообще и так не очень хорошей теперь репутации. А Лукашенко все равно. Он может с любым, извините меня, да, с любого уровня падалью вести такие разговоры. И он не боится замараться никак. Поэтому, да, ему доверили спуститься вот на тот уровень, на уровень Пригожина, и там уговаривать и, видимо, что-то предлагать, потому что, заметьте, после этого с Пригожина сняли обвинения, и, я так понимаю, дали гарантии разнообразные, и пообещали, что не тронут его там финансы и все остальное. Ну да, то есть это вот Лукашенко, ему все равно, он может разговаривать и с преступниками, он и сам такой. Якісь гарантії очевидно, але чому заявляють, що Пригожин після цього їде в Білорусь? Що йому там робити? Ну, смотрите, в России эти крысы в банке уже ужиться не могут. Кто-то кого-то убьет. Или пригожинские убьют Шойгу с Герасимовым, или, вот вы знаете, Шойгу пытался атаковать лагеря Вагнера, и там огромное количество жертв. Или Путина попытаются убить, или Путин попытается убить. То есть единственная попытка вообще сохранить жизнь – это быть подальше друг от друга. Потому что все, они перегрызлись. И отношения обратно не вернуть. Уже как бы не помиришься. Поэтому, я думаю, Лукашенко предложил как такую более тихую гавань Минск. Но мы понимаем, что этот Минск
сейчас и является провинцией, по большому счету, для России. Там нет ни границы, ничего. И это, в общем, такая символическая больше история, чем реальный отъезд за границу. Так це така, що, типу висилка? Я думаю, что это не высылка, я думаю, что это выбор. Я убежден, что Пригожин имел какой-то выбор вариантов все это время, да. Но вариант, по большому счету, куда-то уехать один у него, за границу его не пустят, потому что его арестуют на границе с любой страной, включая Казахстан, включая Армению. Только Беларусь, единственная страна, формально независимая от России, где бы его не арестовали, и страны Африки. Ну, в Африку он возвращаться один не хочет, да, очевидно, что он будет дальше собирать свое подразделение, и все верные ему 25 тысяч человек, конечно, никуда не деваются, они так и остаются, и их никто не тронул. Но, я думаю, руководить этими всеми делами ему удобнее из Минска. Що змінює для Білорусі і білорусів те, що відбувалося в російських містах, ось цей такий похід на Москву, тому що ми сьогодні почули, ну, фактично, синхронне звернення, синхронну апеляцію до білорусів з одного боку полку Кастуся Каліновського, з іншого боку Світлани Тихановської, і вони говорять про те, що нібито час консолідації це зараз, але має бути певний сигнал, має бути певний знак, і тоді треба буде в якийсь певний спосіб діяти. Чи наближає те, що сьогодні відбувається в Росії, той момент, коли діяти треба буде білорусам? Ми розуміємо, що Росія продемонструвала, що це fail state, то есть страна, которая не управляет ни своими границами, ни своим собственным пространством, что там любой, в общем, вооруженный человек может захватить город, и все будут стоять, мороженое есть, аплодировать, да, и всем плевать, кто конкретно сейчас при власти, россияне готовы принять любого. Вот это все мы увидели. И я убежден, что такой мятеж лишь как бы первый, и их будет много разных, более кулуарных, более открытых, с насилием, без насилия. То есть в России началась гражданская война, потому что появилась социальная основа для этой гражданской войны, потому что появились группировки, которые не могут друг друга терпеть, и они никуда не деваются от того, что там их немножко растащили по углам, да, как мальчиков, которые дерутся, но они ж никуда не деваются, все эти люди остаются. Поэтому эта война будет гражданская только нарастать и принимать самые разные причудливые формы. А белорусы должны от этого уходить, всего дистанцироваться. Поэтому Объединенный переходный кабинет принял решение о денонсации всех интеграционных и союзных соглашений. Вот это вот важно действительно. То есть впервые конкретно сказано, что все вот эти союзные государства, все эти союзные программы, все заключенные Лукашенко договора, они будут денонсованы и юридически действовать не будут. Беларусь должна отмежеваться от фейл-стейта, чтобы самой не стать таким же фейл-стейт. Ну а на процеси всередині опозиційних сил, чи буде це впливати? Тому що, ну, ми знаємо, що був такий певний певна розсинхронізація, напевно, та того, про що говорила Світлана Тихановська з одного боку, з іншого боку полка Стуся Каліновського, а нині ми бачимо в той самий час подібного абсолютно сенсу заяви. І якщо ви в цьому моменті говорите абсолютно ідентичні речі, ну то, може, ви і є тим єдиним, і саме час об'єднатися? Мне кажется, что это неизбежность. Просто произойдет она прямо сейчас или там чуть позже, но это неизбежность, потому что, в принципе, освобождение Беларуси вполне может проходить по тому сценарию, который мы видели сейчас с Пригожиным, когда вошли просто войска, их все нормально встречали с цветами, ни милиция, ни ФСБ, ни Росгвардия ничего не могли сделать. Точно так же, если калиновцы войдут на территорию Беларуси, я глубоко убежден, никто, ни армия Лукашенко, ни его там это КГБ, никакие силовики сопротивляться не будут. Они точно так же спокойно проедут Гомель, доедут до Минска, и их встретят люди с цветами. Поэтому, да, такой вариант возможен, а чтобы он стал
возможен быстрее, конечно, нужно політичне об'єднання, і всі білоруси його ждуть. Ну, до речі, ще одна річ, яка теж потребувала певного з'ясування, і сьогодні ми почули цю риторику від Світлани Тихановської, вона в більш таких конкретних, в більш чітких дефініціях почала оцінювати і режим Російської Федерації, і саму Російську Федерацію як явище. До цього риторика була дещо іншою. Я нагадаю, після президентських виборів Світлана Тихановська вирушила до Москви. І це теж, знаєте, певним таким незрозумінням відбилося в Києві. А вона, тепер... Вона не була в Москві. Вона давала інтерв'ю «Ехо Москви» там і російським изданням, але фізично вона в Москві ніколи не була, тому що її сразу після виборів депортировали в Литву, как вы помните, через три дня после выборов. Поэтому... Ну, але менше з тим, заяви, вони якраз риторика її, вона була такою, що ніби Білорусь має певною мірою балансувати. Мені особисто це нагадує те, що говорив, наприклад, президент Віктор Ющенко після Помаранчевої революції. От воно по формі своїй подібне. А тепер ми сьогодні почули ось такі речі. Чи це знову ж таки є фактором до того, щоб згуртуватися опозиції і тому електорату, який певно зараз перебуває за межами Білорусі в більшості своїй, ну бо це вже більш конкретні речі. Так, да, звісно, тому що ми бачимо, що события розвиваються дуже швидко. Тобто буквально в течение одного дня, наприклад, одного-двох днів може змінитися режим в Росії. Це, якщо, в общем, пішов до кінця Пригожин, то, может быть, мы уже говорили немножко о другом режиме. Правда, был бы он лучше, потому что Пригожин еще тот людоед и человек, сидевший за тяжелые преступления в тюрьме и, в принципе, не имеющий представлений о каком-то там, не знаю, гуманизме или цивилизованности. Но то, что это может смениться вот буквально в течение нескольких часов, дней, теперь стало всем очевидно. И мы должны быть к этому готовы, и Украина, и Беларусь, и белорусы должны быть готовы. И для этого надо провести действительно и необходимые процессы объединения структур и очень четко выстроить принципиальную риторику. Вот это происходит действительно, и это только радует. Ну, на ваш погляд, чи скористаються цим шансом білоруси, але крім білорусів ще є грузини, молдавани, є багато країн, яким Росія насолила і солила останні 30 років, а то й більше. Да, я думаю, що, во-первых, этим можуть воспользоваться некоторые народи самої Росії. От я б на місці там калмыков, башкир, якутов і так далі посмотрел, що происходит, і понял, а зачем мне жить в таком государстве, где любой наемник может собрать банду и захватить два федеральных города за две секунды вооруженной бандой, и потом вызвать к себе президента другой страны, да, и там выставить какие-то требования и получить то, что он хочет. И его теперь не считают больше мятежником или террористом. Песков заявил, что все обвинения сняты. Хотя он сбил при этом 7 воздушных судов, 6 вертолетов и самолет. Погибло 13 российских летчиков. Понимаете? И все, он чистый, белый, его встречают люди с цветами. Ну вот зачем жить в таком государстве? А для белорусов, украинцев, молдаван и грузин тут в принципе весь вопрос решен концептуально давно. Мы часть европейской цивилизации, европейского пространства, и только силой нас пытаются удержать от этого. Но когда эта сила ослабнет, я думаю, очень быстро ми станемо обичними європейськими государствами. Ну, бачите, питання ще в тому, що ось ця сила, про яку ви говорите, вона розуміє ризики, з якими, власне, стикається. І тут ми бачимо цю консолідацію. Та, з одного боку Путіна, з іншого боку Лукашенка. До речі, Лукашенко останніми днями, сьогодні, властиво, докладно поінформував Владимира Путіна про перебіг переговорів із ватажком ПВК «Вагнер». Про це, зокрема, пише прес-служба самопроголошеного президента Білорусі. У повідомленні йдеться, що президент Росії підтримав свого білоруського партнера і подякував йому за виконану роботу. Водночас Владимир Путін продовжує контролювати амбіції Олександра Лукашенка. Він досі обіцяє передати Мінську тактичну ядерну зброю, але з діями не бариться. До того ж, у Міноборони країни-агресорки вже повідомили, якщо ядерне озброєння врешті буде розміщене на території Білорусі, контроль над ним все ж таки лишатиметься за росіянами.
Що кажуть білорусі про ядерну зброю? Бо ось ці новини про збройний заклад в Росії трохи посунули ось ядерну загрозу на другий план, але вона над нами висить. Ну, изначально белорусов никто не спросил, и то, что они против быть мишенью для Запада, это очевидно. Но я бы сейчас о другом думал, что если пригожинские приедут и захватят это ядерное оружие, вот, а там понятно, что если рядом Пригожин, жди уже мятежа в другом месте, да, и проблем в другом месте. И в Беларуси, помните, с чего начались отношения с Пригожиным, в Беларуси задержали 200 с чем-то вагнеровцев перед выборами, когда они должны были лететь, и там была спецоперация, которая не состоялась, вот, то эти ребята точно так же могут захватить эту тактическую ядерную сброю и оттуда пугать и Путина, и весь мир. Поэтому я бы этого боялся сейчас тоже. Но в целом совершенно очевидно, что уровень угроз для Европы и соседей со стороны Беларуси растет. Это означает, что на эти угрозы придется реагировать. Потому что вот эти люди, у которых, как видите, уже другие проблемы в принципе в жизни. Как бороться с собственными бандами на собственной территории. И как при этом отвлечь внимание от слабости России, от того, что это колосс на глиняных ногах. Вот единственный способ, как они могут попытаться весь мир убедить в своей силе, это либо там запугивающим ударом, либо прямым ударом такого рода. Ну, а той підхід, який зараз застосовують сусідні країни, маю на увазі територіально, з Білоруссю, коли йдеться про таку ізоляцію, ми знаємо про стіну на кордоні з Польщею, ми знаємо про підхід теж балтійських країн, чи він в стані змотивувати білорусів до ось цього опору? Тому що логіка, принаймні, як я її бачу, так, як я її оцінюю, це дайте собі ради, розберіться з собою, ми готові вас прийняти в цю європейську родину, а поки ці процеси тривають, стіна. Да, это неправильный подход, потому что единственный вариант, как мы можем победить эту силу, это объединившись, да? И это в интересах прежде всего Польши, Литвы и Латвии скинуть сейчас Лукашенко от власти, потому что это ядерное оружие направлено на них. И это в интересах Украины помогать полку Калиновского, чтобы полк рос и в итоге дошел точно так же, как эти пригожинцы до Минска и установил дружественную для Украины власть. Поэтому я думаю, что постепенно политики это осознают. Это не сразу, потому что, как и везде, много изоляционистов. Многие думают, что стеночкой можно отгородиться от ракет. Нет, стеночкой от ракет не отгородишься. Ракета перелетит любую стену, любой ров. И нужно помогать более активно тем людям, которые стараются противостоять именно диктатуре. Андрей Курейчик, нагадаю, белорусский оппозиционер, с нами на видеозв'язку. Дякуємо вам.